что ты хотел? Нет, сейчас не могу. Я призвоню тебя. Да, я в парке. Да, в парке. Да, ладно, все, давай, пока. Сейчас. Да, все будет уже. Если еще надо один звоночек сделать. Алло, Надя? Привет. Лена уже пришла? Моя начальница совсем уже ебанулась. Простите за выражение. Ну, надеюсь, на сегодня уже. Ты еще с сессии началась. Алло, Свет. Извините. Что-то я сегодня... Это промашка. Алло, Света? Ну, наконец-то. Да, здравствуй, Алена. Угу. Ты звоню, звоню. Да. Извини, это я по поводу контроля. Надо было узнать. А, сейчас еще один звоночек. Слышала вот это вот сейчас. Где? Черт, она удалила. А, сейчас еще одна более. Это уже другое.
Держи. Да. Что ты говоришь? А кто девушка это была? Какая? Ну, со стрижкой. А, это соседка. Она на скорой помощи фельдшером, по-моему, работает. Понятно. Фельдшером, по-моему, или кем-то. Я его второй раз видел. Первый раз она была в невменяемом состоянии вообще. Ну, не видно, что она любительница. Вообще, она была как земля. Ну, по ней видно. Да, слушай, ну а как ты с Павликом познакомилась? Через газету. А, ну. Он дал объявление в газету, что требуется пьеса для электронного проекта. Ты умеешь петь? Ну, я бы не сказала. А он еще... Он еще в интернете давал объявление. В интернете, да, объявление. И... Я знаю, он говорил, рассказывал мне. Ну вот, как следствие выяснилось, заинтересовалась только я и еще одна. Вот, а девушка, Павел рассказывал, пришла, послушала, но там оказался уровень совсем другой. Она уже пела в одном проекте, Павел ее узнал, говорил, что слышал. Как называется? Я не помню. Павел говорил... Ладно, и что ты послушала? Ну, я послушала, но мне не очень такая музыка. Мелодично, но я не очень понимаю такую. Я знаю, это сейчас восьмибитная называется, но мне больше джаз. Я больше джаз хочу петь. Ты знаешь? Ну, слышал, да, как-то. Everything but the girl. Ладно, слушай, мне пора, пока. Давай, был рад, пока отдыхай. В следующий раз 1 сентября. Прости, пожалуйста, ради бога. Опоздали все-таки, да? Вообще, со мной как бы никогда не было. В Германии есть. Да ничего, прямо. Ну бывает. Ой, что же сам говорю, ну? Нет. А, ничего. Ой, с тобой такого быть не может. Да, со мной такого быть не может. Ой, прям таки идеальный офис. С кем не может простите, быть? Простите, что тут уже. Да, пожалуйста. Толь, мы приедем, сразу намыло тебе. Маш, Кать, да расслабься, все нормально. Нет, я серьезно. Я серьезно, Оль. Ой, сколько вам? Ну, ради бога, ты нас прости, ты, наверное, спала, да? Ой, Катя. Все нормально, мы вышли? Нет, я так не могу. А что мы будем делать? Оль, тебе точно не в баню? Нет, пап. Перестаньте его, ради бога. Ну, как ребят, перестать? Нормально. Ну так не люблю это вообще. Так, слушай, я понимаю, ты очень щепетильная. Да, я очень щепетильная в этом отношении. Ну, поверь мне, оно того не стоит. Как это не стоит? Нам, может, и жизнь спасает. Ну, Катя. Ну, жизнь я вам не спасаю. Спасать, если как спасаешь. Я хоть помогу, если найду свой кошелек. Что, потерял кошелек? Ну, надеюсь, что нет. Там... Так ты посмотри, может, где ветровки. Мамочка, много там денег было? Да не так, чтобы много, но на билет вам бы хватило. Да тише, ты все нормально будет. Оль, посмотри в вещах, может, где ветровки, ты не могла никуда его сдевать. Да не могла-то, я не могла. Подождите, одну секунду. Да, конечно, ты же так виновата, что разбудили тебя. Мамочки. Да чего ты, все я нормально. Я боюсь. Чего ты перестань, нашутила? А вдруг она и вправду потеряла кошелек, ну? Что? Паша. Ну что? А вдруг она и вправду потеряла кошелек? Чего она будет его терять? Ну, если что, Михаил Васильевич, что должен? Ну чего? Подойду, скажу, Михаил Васильевич, мы с Катей проебали поезд. Не шути так. Ну только что проебали же. Одолжите нам, пожалуйста, на билет, мы из Минска вам вышли. Паша. Что? А что, если она потеряла кошелек? И что? Ну как это что? А, все, перестань, ничего она не потеряла. Долго, видишь, как ты долго нет. Сейчас она придет, просто в следующий раз. Я виновата, да. При чем тут ты? Просто в следующий раз. Да ты сейчас говоришь. Что я говорю? Я говорю, что ты виновата? Да. Я ничего подобного не говорю. Это я виноват. Я чаще езжу, это я виноват. В поезде я тебе сказал чаще перевезти, но мобильника нет. Но мобильник-то мой. Но я-то езжу чаще, чем ты. Ничего. Ну, конечно. Говорю, ничего, с кем не бывает. В следующий раз будем знать. В следующий раз и не будем. Почему? Ты не поедешь, что ли? Да. Почему? Потому что на мобильнике забыла часы перевезти. Да. Чушь, все, перестань. Сейчас перестань. Сейчас поезд опоздаю, не дай бог. Чего мы будем опаздывать? До него еще посмотрим на часы. Ну вон, еще больше 2 часов. Тут-то до вокзала. Если об этом знает мой отец. И что, будет, убьет? Нет. В вашей семье такого быть не может. Тут совсем идеально. Да. А, туда ясно. Ну при чем тут это? Просто он бы такого никогда не допустил. Ну там опоздали, извини. При чем тут это? Моя вина.
нет вообще ничьей вины здесь. Ну как это нет? Ой, ну просто случай, все, ничего. Ничего страшного. Сейчас Оля нам одолжит, мы приедем из Минска, вышлем, все, напишем, помыли, все, узнаем, надо адрес только не забыть. Я вышлю. Чего ты? Потому что. Вместе вышли. Я вышлю одна, это я виновата. Как, перестань, все, тут моей вины даже больше. Ну конечно. Конечно, я езжу чаще, я могу предупредить, а так как я на часа сказал перевести, на мобильнике нет. Ну все, перестань, сейчас себя накрутишь. Просто я боюсь. Не надо бояться, ничего страшного не происходит, не конец света. Сейчас она найдет кошелек, мы дадим у нее денег и закроем эту тему, приедем в Минск, вышлем. Это обязательно будет. Конечно. Ну хорошее. Ну хорошее, да. А что не хорошее? Ну хорошее, я говорю, что. Нижний билет. Ну? Чистое такое. Какое? Такое, сразу понятно. Не помню. Видно, что она. Ага. Без разных только нижнее белье, обыкновенное. Обыкновенное? Паша. Что я сказал, что? Я не сдал, я не знал, что такое белье, что? Все понятно сразу. Господи, как, просто ерунду говорить. А, кстати, вспомнил пока на твою сестру, давно хотел сказать, на твою сестру очень плохо влияет дом 2. Почему? Я не знаю, ты мне надо спросить. Не знаю. Влияет, я заметил. Она понемногу перенимает идиотскую манеру их общения. Скандалы? Что такая была, сколько я не помню. Нет, она не была такая раньше. Вот вспомни с Игорем, она как стала смотреть, он же, я вижу у нее. Перестань, чушь. Вот! Чушь, я говорю как есть. Ну о чем это сказывается? Да видно просто, она реально перезирает их манеры, я только не понимаю почему, может сейчас круто считаются молодых. Нашла? Катюш, Ось, нашла, все нормально. Ну, не переживайте, вот. Конечно. Да ладно вам, ну, проблема, нашелся бы кого-нибудь другого. Ну, я подруге своей позвонила, у нее родители в Европу уехали, у нее квартира. Может, одолжить? Не надо еще подруг. Ну, жить она, конечно, к себе не пустит, там еще какие-то свои надо, проблемы. Спасибо. Ну, это я так, на будущее, когда соберетесь. Не надо. Да, а теперь же, после таких тысяч. Сколько вам? На Полтавина больше не надо. Не надо, может, у человека этого нету. Да есть у меня все, но... Там хватает, в принципе, Полтавина больше не надо. Держите. Ага, спасибо большое. Доставка врачаешь, нас спасла. Да бросьте его, у меня как раз зарплата послезавтра будет. Так может быть... Оля, нет, ну все в порядке, ну... Ну 1500 это мы тебе даже не возвращаем. Ну как это, ну конечно. Ай, ну если не вернется, то у меня зарплата послезавтра. Оль, ты смотри. Все в порядке. Ну, спасибо. Спасибо огромное. А, Катюш, если бы только в этом проблема была. Это да. Так что... Да, бывает так, что... Так что, ребят, холодно стоять. А, да, конечно. Ну, да, конечно, уходим, Паш, уходим. Просто не сплю уже. Работы много, да? Да, работы, как всегда, в принципе. Просто тут немножко одна запарка по кое-каким вопросам. Там вот в кошельке бумажка одна была, чек. Деньги-то не важно, а вот ее было бы очень больно. Все, пошли, Кать. Это еще сессия не началась. Ой, хорошо понимаю. Пошли, уходим, давай. Вы приехали как-нибудь? Надо как-то, да. Не на симпозиум, да? Да, надо как-то. Обязательно. А то увидимся только на расселении. Точно. Mm-hmm. Все, спасибо, да, Оля. Большое спасибо тебе. Поехали, Кать, поехали. Что, опаздываем, да? Нет, но уже надо двигаться. Слушай, я сейчас пойду прилягу на пару часов. Не хочешь присоединиться? Да, Светка. Да, это Ольга. Угу. А что там с заказиком? Можно по прилягу, да? Угу. Спасибо. А насколько мы с вами? Да, мне удобно. Давайте. Да, вам тоже все хорошо. Угу. До свидания. Перестань.
угодно. Оксана! Иди ко мне сюда, Оксана! Садись вот сюда, садись, я один ем сижу. Смотрю, Оксана идет. А, давай, что тебе? Заказать, может, чего-нибудь? Нет, спасибо, я чего я ты? Сама. Ну, как хочешь. Вкусно вообще. Да, здесь неплохо готовят. Я ела как-то один раз. Я, бывает, захожу сюда, но не часто. Я, знаешь, я... Смотри, тут еда нормальная. А, ну я знаю, я была с прорубом здесь как-то один раз. Сырники здесь атас. Я, наверное, буду чай зеленый. А, девушка, чай, пожалуйста, зеленый. Нет, спасибо. Мне вид все понравится. Ну да, ну не сказать, конечно, что... А, ну здесь бывает, да. Мне подруга зла закачала 2 гига. А ты часто сюда приходишь? Нет, нет, я... У нас кафетерия возле работы моей. Она там, я не знаю, что-то у них вышел, смотрю, там что-то люди какие-то. Я пошел сюда, но здесь, да, здесь ничего бывает. Вообще, Оксана, я тебе скажу, конечно, на той стороне в кафе ты был? Что ты говоришь? На той стороне в кафе ты был? Нет, по-моему. А может, и был один раз. Я, честно, не любитель. Я в этом отношении очень консервативный человек. Я выбираю себе что-то одно и хожу туда. Мне не надо смены обстановки. Ничего, да? Ничего. Как говорит одна моя знакомая, тематическая. Что это? Тематическая в теме. А, понял. Так вот, она... Подожди, тематическая, это кто сейчас, официантка? Нет, знакомая. А, ну понял, продолжай. Так вот, она говорит, что не бывает чистых гетеросексуалов, а бывает мало водки. А, да, я тоже слышал такое, да. Да, что ты слушаешь, дай мне. Это тематическое, все тебе может покатит. Ну, почему? Чего ты так решила? Ну, сам говорил, что все эти бабские страдания не слушаешь. Ну, почему? А что там, страдания, да? Ну, да. Ну, возьми, если хочешь, послушай. Не, да. Спасибо.
девушка. А, и мне, пожалуйста, еще принесите. Пойдешь уже? Да, еще дела. Павел сказал, мне там надо одну группу послушать. А. Хочешь, чтобы я послушал там женский вокал и такие биты, как он говорил. А мы такой биты, да. Я тоже в этом пока не очень хорошо разбираюсь, но все приходит со временем. Павел говорит, что все будет нормально. А. Павел сказал, почувствуй. Вы еще не поете, нет? Ты еще не поешь? Павел сказал, почувствует, когда я буду готова. Сейчас моя задача. Ясно. Это у тебя интернет там? Да, интернет, а что? А почему с таким недовольством? Да нет, все нормально. Одну минуту, девушка. Ладно, тоже пойду. Девушка, есть у меня вопрос. Какой у тебя кошелек прикольный. Возьмите, девушка. Это я купила в индийском магазине кошелек. А вот эту байку, это мне подруга из Камбоджи привезла. А джинсы? Джинсы? А, джинсы обычные, на распродаже купила. А что? Да нет, все нормально. Нормальные джинсы, хорошо смотрятся, хорошо сидят на тебе. Спасибо. Ты вообще нормально, в принципе, все нормально, хорошо чувствуется, что ты разбираешься. Почему? Не всегда. Выходи, Оксана. Нет, ну не всегда, да, может быть. Только вот мне редко попадались такие более-менее нормальные. Или понтовитые, если бабло есть, или тупые в основном, как мои ровесники. Да. Жирные свиньи, как мой папаша. Твой папа толстый? Он ублюдок. Бил меня, сестру, мать бил. Я поэтому на муай-тай записалась. Ходишь на муай-тай? Ну, да, хожу. На занятия отходила. Ты кажешься такая хрупкая. Спасибо. А, я тоже это чувствую. Это подруга одна моя. Мы с ней учились в одной школе. Только она старше, она с моей сестрой в одном классе. Она тоже? А, нет, она натуралка. Это я все смотрела, какие к ней подруги приходят. Она натуралка. И вот у нее парень, она с ним встречается уже 4 года. Ты в какую сторону тебе идти надо? Туда. А, там метро есть? Ты не знаешь? Подожди, как это тебе сейчас? На метро тебе надо? Ну, можно на метро. Так, я сейчас объясню. Видишь памятник? Ты что, близорукая? Ну, все, Оксана, вот там станция, шуруй. Спасибо, что привел, хотя это было совершенно не обязательно. Конечно, я сама дошла, если ты показал. Ну, а может, мне захотелось тебя провести? Давай, все, давай, Оксана, я опаздываю уже на работу. Да, это я звоню. Павлик, извини. Ладно, хотел тебе что-то сказать и передумал. Пустой звонок совершенно. Да, конечно. Слушаю. Тебе делать нехуй. Все, давай, пока. Хорошо.
шучу я, господи, но меня абсолютно устраивает, как я выгляжу. А если кому-то не нравится, ну, пускай не смотрят. Просто ты, пожалуйста, в следующий раз будь чуть-чуть хотя бы осмотрительное выражение. Понимаешь, просто после того, что со мной случилось однажды, каждый так будем называть выбор, он очень сильно действует на меня. Мне однажды одна моя подруга, ну, очень близкая подруга, сделала мне неприятное замечание, ну, причем при всех, по поводу того, как я выгляжу. Знаешь, что со мной было? Валерьянка не помогла. Что, пошли? Прикольные джинсы. Где такие купила, не скажешь? Распродажа. Видимо, там уже таких нет. Да нет, нет, все нормально, ты не думай, остались только большие размеры. Слушай, извини, если я тебя обидела, но, по-моему, тут большой, проблем нет. Не, нет, конечно, так просто сказала, что у меня жопа большая. Да шучу, я расслабься, ну. А линзы? На квартире. А у тебя визор, донозор? Визор. Ты совсем не можешь без кетчупа есть? Почему могу? Что? Никогда бы не подумала, что ты такая труси. Иди сюда. Тебе Ахматова нравится? Вот мне, я одно время от нее просто тащилась. Ну, академическое образование, видимо, сказывается. Что ж ты хочешь? А если линзы сначала пойдем забьем? Зачем? Я потом забью. Любопытно, аж рожа болит. СМС-ка? Зовут куда-то? Напомнили, что вечеринка есть. Понятно. А когда, если не секрет? Вспомнила, у меня тоже одна вечерина намечалась как раз на эту пятницу. Алло? Да, это я. Ну, что там по поводу пятницы? Угу. Все нормально? Наташа, вы? Нет, дорогая. Нет, твои проблемы? Да. Как говорится, они упали на одно место. Угу. Ой, да, мне уже хватило тогда, когда мы ко мне на дачу. Угу. Да, ну ты меня понимаешь. Ну, ну ладно, ладно, дорогая. Угу. Ну ладно. Ладненько, дорогая, приятного тебе вечера. Наташа, только смотри, не спаивай девочку маленькую, то потом на такси разоришься. Угу. Угу. Да. Ну все. Вот, в принципе, давай сейчас садись на раму. Хорошо, давай сначала я возьму курицу, ты посиди, и где ты будешь сидеть, чтобы я тебя нашел? Вон там. Хорошо, иди туда сиди, я сейчас за курицей, это вот здесь, там. Иди, сиди. Я сейчас возьму курицу и приеду к тебе. Пить, взять что-нибудь? Что ты хочешь? Пиво? Пиво нет. Пиво не хочу. Ладно, жди здесь, я сейчас. Что ты слушаешь? Покажи. А, это уже не страдание. Это Павел дал послушать. Сказал бы мне.
Да, сейчас мы заценим. Подруга скачала. Между прочим, тематическая. В магазине на дисках. Подруга скачала. Да, слушай, ну а вы... Ну а что, вы уже собирались, пробовали, пела ты? Нет еще. Я Павла тогда на вечеринке только третий раз видела. Понятно. Он мне сказал послушать сначала вот эту группу. Понятно. Вот. Сказал, чтобы я обратила внимание на вокал. Понятно, понятно. Сюда Эсбери. Чувак, знакомый на газету сел. Ты не понял. Я пока не спешу. А, ну. У меня есть предложение, в принципе. Ну понятно. Есть несколько предложений таких. Есть из чего выбирать. А? Говорю, есть из чего выбирать. Понравилась тебе вечеринка-то? Смотри, какие. Ага. Большие, смотри, какие собаки. Собаки, да. А что ты спросил, я не расслышал. Понравилась ли мне вечеринка? Я видел, помню, ты общалась. А, это девушка тогда. Кто? Какая? Которая на диване? Да. Понравилась тебе девушка? Она Оксана режиссер. Она снимает очень жесткие фильмы, документальные. А. Вот она уже, в принципе, такая еще девушка, сколько? Ей уже лет около 40. Молодец. Хорошо выглядит. Да, выглядит, да. Ну а что ты? Ты же, в принципе, раньше не ходила на такие. Почему ходила? Я ходила. Я ходила уже. Ну и какие у тебя впечатления? Ну, там, насколько я поняла, немного было тематических. Ну да. Там, наверное, одни натуралы были практически. Ну да, и ты, наверное... Нет, все в порядке, мне было комфортно, просто... Ты ешь курицу, бери, ешь. Не хочу, все в порядке. А что ты говоришь, что там натуралы одни, да? Ну, все в порядке, только... Что? Как его? Миша? А, Миша, да, был там такой Миша. Вот, Миша сказал, что если ты гомосексуалист, это хуже, чем бей. Да. Знаешь, как он это объяснил? Он сказал, что я сказала, что геи и лесбиянки, они, как правило, стремятся больше узнать, они более стильные, более чувствуют многие вещи, чем натуралы. У них сильнее расширено сознание. Он сказал, что это лажа. А, потому что, вот смотри, когда ты гомосексуал, ты спишь только с кем-то одним полом. Когда ты би, ты себя не ограничиваешь и спишь со всеми подряд. А, Миша, да, он такой. Ты что, это обидел тебя? Я сказала, что он скотина. А, ну да, ну да. Понимаешь, вот смотри, мне 18 лет. Сколько? Нет, подожди, это же наоборот хорошо. Это проблема. Подожди, извини, если я тебя обидел. Все в порядке, ну не парься. Нет, не парься. Это... Все. А сколько бы ты мне дал? Это не важно, Оксана. Ну, серьезно, сколько? Ну, Оксана, не важно, 16, 18. Видишь, 16 лет. Послушай, это очень хорошо, что ты так выглядишь. Я знаю. Это называется инфантильное. Ой. Знаешь, как я хочу много знать? Мне подруга дала Дюма почитать. Читал ты? Читала. Что, инфантильные? Я инфантильный, все инфантильные. Я очень хочу много знать. Но я не идиотка, а девушка с мозгами. Знаешь, как я хочу? Я вот сейчас встречаюсь с одной чувихой. Но это недолго у нас. Ты бы ее видел. Она бы тебе точно не понравилась. Она такая, как вот ты говорил, в парках сидят. А, ну да. Ну, мне тоже лично самой такие не то, что нравится. Ну что делать? А нет, делать есть что, в принципе. Можно от нее уйти, что я, в принципе, собираюсь сделать. Я, может быть, с ней не была бы, просто тут произошла такая одна весьма драматическая история. Моя первая любовь оказалась, встречалась параллельно еще с одной. Там, короче, женщина обеспечена, у нее свой особняк, и она Лене сказала, что ты больше не должна ни с кем встречаться, иначе, типа, все, я тебя выгоню, короче. У них еще был такой случай, она немного припищенная. Кто, подруга, Лена? А, нет, Лена моя подруга. А. Моя первая любовь. Понятно. Вот.
Она, короче, уже стала жить с этой бабой. И вдруг ни с того ни с сего заявила, что Лена, мол, украла ее сережки с бриллиантами, украла ее колье, которое ей муж на свадьбу. Муж у нее? А, ну, был, да. Короче, мне подруга такая звонит вся в слезах. Это я тогда и узнала, что она за моей спиной еще с кем-то встречается. Прикинь? Ну. Прикинь, в общем, да, скандал. Я думаю, еще ладно. Еще я встряну отношения выяснять, масло подолью еще в огонь. В общем, короче, у них там все разошлось, и вот теперь они живут вместе. Моя подруга — это бывшая любовь моя. Она нигде не работает, та ее полностью содержит. Но при этом она ей выставила условия, чтобы она, подруга моя, не встречалась ни с кем, особенно с другими лесбиянками. А, ну понятно, вот. Понятно. Ну, мне, допустим, конечно, не очень компания, знаешь, какая у меня компания была. Все девчонки с класса, как я, мы еще только все начинали составлять. Какая там лесбиянка. Потом я стала, познакомила меня подруга другая, которая вот сейчас в магазине на дисках работает, познакомилась с пучихами. А, понятно, да. Вот, тусовалась с ними. Понятно. А потом, ну, они действительно тупые, многие из них. Многие сидели уже по несколько раз. А я хочу понимать, чтобы со мной была девушка, похожая на меня, хотя бы. Ну, или зрелая женщина, ну, уже точно, конечно, при деньгах, чтобы следила за собой, я не знаю. Вот сейчас с Павлом что может получиться, нет. Что, пойдем? Понимаешь, мне, в принципе, много от жизни не надо. Я не хочу киснуть дома и тупо трахаться. Я хочу ходить на вечерины, общаться с людьми интересно, в кафе сидеть. Не будешь больше? Меня отец бил, мать бил, сестру бил. Отец бил, мать бил, сестру бил.